Ну вот следующую песню я сегодня просто не мог не спеть. Я довольно часто пою, но сегодня вот есть особый такой повод для этого. Сейчас спою, а потом скажу. С ними вместе я учился. Помню курсы до здоровья. Чесноков не матерился. Червоту не пил спиртного. Может, было разделение, до сих пор необъяснимо, но водку кушал только Женя, а ругалась только Дима. Также надо бы заметить, оба парня не курили, и вокруг за 1000 метров по прекрасной обходили. Жизнь курсантская, все тучи, все ребром вопросы ставят. Не умеешь тут научить, а не хочешь — здесь заставят. Ты вздыхал, передохнуть бы, только жизнь не позволяла, и ковала наши судьбы, и характеры ломала. И однажды я увидел интересное явление. Помню, как-то отмечали Щербакову день рождения. Мне сперва это было странно, даже я перекрестился. Дима водки полстакана выпил и не покривился. Алкоголиком не стал он, только всякое бывает. И сперва не добирал он, а теперь перебирает. И мне однажды рассказали, как в одно из воскресенье Дима после увольнения заходил домой по схеме. А еще мне рассказали про курсанта Чеснокова, будто Женьки назвали. Говорил плохое слово. Я кричал про Чеснокова, что это вы меня наврали? Да не может быть такого, да вы же его оклеветали. Но мне в ответ сказали: тише, мал, не стоит горячиться. Скоро ты и сам услышишь, как Евгений матерится. И как-то вечером по родине я бродил в тоске печали. И тут меня друзья позвали, и такое показали. Я ушам своим не верил, даже стало страшновато. Женя, выглянув из двери, поливал отборным матом. Я привеличил маленько. В жизни всякое творится, и случается любое. Чесноков стал материться, Щербаков стал пить спиртное. Раньше вот вместе соберутся, как все сидят, считают лавы, а теперь всегда нажрутся, сигареткой затянутся, похабненько ругнуться, а иногда и подерутся, и идут гулять по бабам. Ну да, вот Женя Чесноков сейчас в этом зале находится, поэтому я без него не спеть. Вот, но я не буду его смущать, не буду его просить. Ну, я думаю, что аура такого человека все равно присутствует и делает свое дело.